Добрый день, друзья! Сегодня октябрьский обзор цен на минивены, кроме японских марок. Японские марки будут показаны отдельно. Обзор проводился в городах Паневежис, Каунас, Шауляй и Радвилишкис. Chrysler Town Country 2012 года, бензин 3,6 литров, автомат, кожа, пробег 118 тысяч, цена 8700. Renault Espace из Голландии, 2006 года, 2 литра бензин-газ, механика, цена 3500. Ford S-Max 2007 года, дизель 1.8, механика, цена 3000 евро. Citroen C4 2010 года, 2 литра дизель, автомат, цена 3350. Ну, скорее это не минивэн, а компактвэн, но Citroen и C4 включены в этот обзор.
Seat Alhambra 2004 года. Тут покрышки владелец продает отдельно по 10 евро за штуку. Бензин 1,8 литра, механика, пробег 180 тысяч, цена 2200. Chrysler Grand Voyager 2005 года. Дизель 2,8 литра, автомат, кожа, пробег 269 тысяч, цена 3300. Volkswagen Charan 2011 года. Дизель 2 литра, механика, кожа, цена 9500. Chrysler Voyager 99 года. 2,5 литра дизель, механика, цена 850 евро. Да, задние крылья и задняя крышка проржавели напрочь.
Citroen C8 2006 года, дизель 2 литра, механика, цена 1700. Ford Galaxy из Франции, 2008 год, 2 литра дизель, механика, пробег 287 тысяч, цена 4950. Слева под задним фонарем небольшая вмятина. Renault Grand Space 2007 года, 2 литра дизель, механика, цена 3500. Chrysler Grand Voyager из Дании 2007 года, 2,8 литра дизель, автомат, цена 3200.
knows you're the antidote. Losing sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Volkswagen Charan 2006 года. Дизель 2 литра, механика, цена 3950. Renault Espace 2009 года, 1.9 дизель, механика, кожа, цена 1500. Ford Galaxy 2004 года, дизель 1.9, механика, цена 2550. Volkswagen Charan 2004 года, дизель 1.9, механика, пробег 275 тысяч, цена 3500.
Citroën Grand Picasso из Франции. 2011 года, 2 литра дизель, автомат, пробег 190 тысяч, цена 4350. Volkswagen Charan 2001 года. Бензин 1,8 литра, автомат, цена 2150. Renault Espace 1995 года, 2,2 литра бензин, механика, цена 650 евро. Прилагается комплект колес. Citroën C4 Picasso из Франции, 2008 года, дизель 1,6, механика, пробег 270 тысяч, цена 2400. Руль потерт очень сильно. Пробег наверняка намного больше, чем указан.
Ford Galaxy 2012 года, 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон, цена 6700. Renault Grand Espace 2006 года, дизель 3 литра, автомат, кожа, цена 2850. Volkswagen Charan 2005 года, дизель 1.9, механика, цена 3200. На этом обзор цен на минивены закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. И всего доброго. До следующих обзоров.